Когда мы начинаем читать Библию, порой из-за того, что то, что написано в Библии, и мое сердце отличается, нам порой бывает неудобно и непонятно. Однако Библия имеет некую силу, которая позволяет нам понимать глубину Библии, когда начинаем принимать в эту книгу. И мы можем увидеть, как формируется в нас новое сердце. И я благодарен, что Господь Бог дает свое сердце нам. 7 октября 1962 года я встретился с Иисусом. Я не видел лица в видении, или я не беседовал с Иисусом. Однако, Библии, в Иисусе я смог обнаружить новое сердце, которого я не знал. И с того момента уже прошло 58 лет. Вы, пожалуйста, простите, что я говорю о таких вещах. Но в последнее время я где-то час играю в мяч. Раньше я занимался плаванием. А до плаванием я бегал. Но братья запретили мне бегать, говоря, что пожилым людям это очень плохо. Поэтому я начал заниматься плаванием. Но в связи с коронавирусом сегодня очень опасно плавать в бассейне, поэтому я не могу ходить в бассейн. И перед ужином, где-то час или полтора часа, я играю в мяч. И братья в последнее время мне говорят, что я себя очень хорошо чувствую. Начиная с марта, апрель, май, июнь, июль, пять месяцев я не летал на самолете. Поскольку я часто летаю, получается, раз в месяц я пролетал вокруг света один раз. И это позволило мне стать человеком, который имеет 1 миллион миль. Я думаю, что если собрать ту сумму, которую мы платили за билеты, можно купить целый самолет. Однако последние пять месяцев я практически не летал на самолете, и я смог хорошо спать теперь. А также нет разницы во времени, поэтому я могу жить хорошо. И теперь хорошо встаю утром и могу писать книги. И знаете, когда я задумываюсь о том, что происходит в моей жизни, знаете, я начал говорить то, что не говорят другие служители или люди. Естественно, из-за этого некоторые люди называют меня еретиком в Корее. Однако в 2020 году, когда мы проводили пасхальное собрание, мы проводили это собрание через программу Zoom. И по 2 миллиона Слушатели участвовали на собрании, которое было три раза в день. В мае мы обычно проводили библейский семинар. Но в этом году мы позвонили миссионерам, которые служат за границей, и спросили, могут ли они пойти в телерадиостанцию и попросить трансляцию наших проповедей. На самом деле, я требовал очень смешные вещи. Скажите, какая телерадиокомпания за границей будет транслировать проповеди пастора, которого они не знают, и не один раз, а одиннадцать раз? Сама идея была очень смешной. Однако, я не знаю, я был ненормальным или телерадиокомпании были ненормальными. Сначала те телерадиокомпании, которые знают меня, начали транслировать мои проповеди. Сейчас же 276 телерадиокомпаний транслировали мои проповеди. И несколько из них требуют, чтобы я дал интервью вместе с ними. Слушая мои слова, они удивляются. И часто я в последнее время даю интервью. И очень важно, какая реакция после моего слова. И реакция у служителей была удивительной. Я думал, что всю мою жизнь я буду слышать, что я ретиритик, что нас будет мало. В этот раз мы посчитывали, сколько хотели радиослушателей, услышали мои слова, их было один миллиард человек. Каждый из них слушал 11 раз мои слова. когда получается, что уже 100 миллиардов часов слушали Слово. Я не мог поверить, что все это возможно. Я был удивлен, видя все, что происходит вокруг меня. И после меня радиокомпании Кореи начали удивляться, слушая мои новости. Как это возможно, что один миллиард человек слушали Ваше Слово? Может они подумали, что это смешно, как это возможно, но это было правдой. И в Ханджу, в Пусане, и в Сиуле мы проводили пресс-конференцию. Когда я давал интервью, одна журналистка, женщина, подняла руку и задала мне вопрос. Она сказала, вы можете рассказать, пожалуйста, о прощении грехов на основании Библии. Я сказал ей. В Римля, нам в 3 главе 10 стихе написано, ⁇ Нет праведного ни одного ⁇ Те люди, которые смотрят только на это слово, они будут говорить, что ⁇ Нет праведного ни одного ⁇ Потом я продолжил. В Библии есть не только это слово. Но есть слово, например, «Ной был человек праведный». Или «Праведной верой жив будет». Или «Много может усиленная молитва праведного». С одной стороны, говорится, что нет праведного, с другой стороны, что есть праведный. И ведь эти слова противоречат друг другу. Да, действительно, нам кажется, что они противоречат друг другу. Но третье, что важно в Библии, есть, что есть праведный. Одно слово говорит, что нет праведного. Второе слово говорит, что есть праведный. А третье, что говорит, есть путь, как грешник может стать праведным. Кремле на 3 главе 23 стихе написано, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, другими словами, были грешниками, получая оправдание дара, поблагодать по его искуплением во Христе Иисусе. И это есть путь, чтобы стать праведным. Что написано в Коринфянам 6 главе? ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Это 10 стих. А в 11 стихе написано, «И такими были некоторые из вас». Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Библия говорит, что нет праведного ни одного. Если оставить, ты будешь просто грешником. Но что значит? Почему Иисус пришел? Для того, чтобы грешника сделать праведным. Поэтому он пролил свою кровь, поэтому он умер. Однако сегодня корейская церковь учит, что даже если ты 10 лет ходишь в церковь, ты остаешься грешником. Даже если ты ходишь 20 лет, ты будешь грешником. Мы спрашиваем, почему вы верите тогда Иисуса? Все говорят, чтобы получить прощение грехов и в Царство Небесное. Тогда подумайте. Вы вот 10 лет верите, 20 лет верите, 30 лет верите, 40 лет верили. Молились, жертвовали, отдавали свое время. Мне в этом году 77. И в последнее время я тоже часто размышляю о моей смерти. Я размышляю о церкви после моей смерти. Я думаю, что или я, или моя супруга, мы умрем примерно одинаково время. Мои дети выросли. Я уже в возрасте, поэтому среди моих друзей есть те, которые умирают. Но я могу сказать, что я один из самых счастливых людей этого мира. Потому что, во-первых, я могу улыбнуться перед смертью. Порой, когда я размышляю о смерти, у меня есть огромная благодарность. Утром, когда я просыпаюсь, я завтракаю, обедаю в церкви. А ужинаю иногда дома, а иногда в церкви. И порой бывает, когда моя жена приготовит ужин, а я приеду домой поужинавший. И такие ситуации возникают. Иногда я звоню моей супруге, говорю, чтобы она приготовила ужин. Вы, пожалуйста, простите меня, но я очень люблю есть. И я ем достаточно много. И поэтому у меня большой живот. Есть люди, которые ругают меня за то, что у меня большой живот. Но знаете, когда говорят о моем животе другие люди и мой сын, полностью их слова отличаются. Например, кто-то говорит, что вот пастор, вам нужно следить за здоровьем, нельзя быть таким толстым. А что говорит мой сын? Отец, наоборот, у тебя должен быть большой живот. Я тоже, знаешь, занимался диетой и худел. Но нет силы, чтобы работать потом. Я молодой и чувствую, что не хватает силы, а вы уже в возрасте. Поэтому, наоборот, нужно хорошо есть. Все-таки, знаете, сын хороший. Но не об этом я хотел вам сказать. В детстве я очень часто голодал. Но когда я вижу, как моя супруга накрывает стол, она накрывает очень вкусную еду и очень богатую пищу. У нас в церкви есть хорошие повары, приносят очень хорошую еду. Я чувствую больше счастья, когда хорошо могу есть те дни, когда я раньше много голодал. А в детстве в нашей стране не хватало еды, поэтому мы ели все, что попало, где не было питательных веществ, поэтому были проблемы, руки были тонкими. Сейчас я живу в очень хорошее время имею хороший автомобиль, имею хороший дом, имею хорошую пищу, порой ругаемся, но все равно у меня есть очень красивая жена, есть сын и есть дочь, также есть дорогие братья и сестры. Иногда, когда я задумываюсь, Неужели я достоин иметь все это? От того, что я могу есть, у меня есть большая благодарность и радость перед Богом. Когда я приезжаю в церковь и хочу написать книгу, то благодарное сердце заполняет мою душу. Один человек написал мне письмо и называет меня, что я мошенник. И о чем же там говорится? там написано, что он якобы дал деньги Бунданской церкви. И я не помню, что я ему сказал, но он говорит, что я ему вернул деньги. Я сказал, извините, но я же даже не знаю, как полностью финансы нашей церкви, как я могу знать финансовую ситуацию другой церкви. И поэтому я ему позвонил. Я сказал, по-моему, вы перегибаете палку. И он начал говорить, что я толкнул стол, но я совсем не помню эту ситуацию. Я сказал, почему вы обращаетесь ко мне, вы обратитесь к Пунданской церкви? Иногда есть люди, которые меня обменяют во всем. А я считаю, что будучи пастором, иногда можно слушать подобные ругань. Но о чем я могу думать? Если бы в моей жизни были только подобные вещи, я бы давным-давно бы, бы оставил бы это служение. Но таких ситуаций бывает очень мало. По крайней мере, передо мной никто меня не ругает так. Я видел, как наши братья и сестры в церкви становятся счастливыми. Я видел, как пожилые наши братья и сестры счастливы, проводя вместе время. Науки люди в этом мире, когда к ним приближается смерть, они чувствуют страх. Вот подумайте, вы всю жизнь, допустим, посетили свою жизнь церкви. Например, президент Гана Джон Атамирс, когда я с ним встретился, он был таким чистым человеком. За пять часов до его смерти я встретился с господином президентом. Он получил спасение. И спустя несколько часов он почил. И тот вопрос, который он задал мне, это было, пастор, я думаю, что я скоро умру. Но я, будучи президентом, тоже совершал грех. Поэтому мне страшно. Я спросил у него, господин президент, откуда вы знаете, что вы грешник? Он сказал, ну я же согрешил, поэтому я грешник, разве не так? Мы были вместе с ним ровесниками. Я сказал, господин президент, совершенно не так. Ни в какой стране, Нет страны, в котором бы грешник приговаривал свою вину. Когда-нибудь вы читали приговор ваш? Вот на что вы должны обратить ваше внимание. Неужели есть приговор Божий по поводу меня? Я сказал да, пастор. А где он? В Библии. Господин президент, хотите посмотреть? Я спросил у него Он сказал, да, хочу Я прочитал ему Кремлянам 3 главу 23-24 стих Потому что все согрешили и лишены славы Божией получая оправдание даром, побладать его искуплением во Христе Иисусе. Однажды я общался с одним юристом, и я ему открыл это слово. Господин юрист, когда услышит это слово, он сразу сказал мне, «Пастор, это написано по принципу приговора, эти стихи написаны именно так, как пишут приговор. Я сказал господину президенту, «Господин президент, подобных людей, как вы, сегодня очень много. Нет ни одного человека, который бы не согрешил. Когда перед смертью ваши грехи не прощены, то вы представляете, какое отчаяние приходит к ним?» Если у меня будет возможность передавать слова корейским служителям, я хочу сказать эти слова. Скажите, вот в вашей церкви есть братья и сестры. Если у них остался один месяц до смерти, когда они находятся в больнице, они хотят иметь хороший дом, скажите? Или хотят иметь хороший автомобиль? Нет более всего они хотят получить прощение грехов. И ничего более они не хотят иметь. Но тогда, когда они встречают свою смерть, если у них будет грех, вы представляете, как им будет печально, и как они будут бояться? Я ничего хорошего не сделал. Однако нашим прихожанам в церкви, чтобы когда они станут перед смертью, я хотел, чтобы они чувствовали радость. По крайней мере, чтобы они не чувствовали страха из-за своего греха. Я видел, как многие наши братья и сестры становятся перед смертью. Но за что я славил Господа Бога, это за то, что они с радостью встречались смерть. Да, я очень много сделал неправильно. Но когда я думаю об этом, я спрашиваю, Господь Бог, кто я такой? Что позволил передавать мне это слово? Я очень часто плакал. Я тот, который только грешил, совершал только зло. Я тот человек, который находился во тьме. Мое лицо не изменилось. Я не стал выше, я не стал умнее. Но для того, чтобы я мог передавать это слово, Господь, Он очень ясно показал, как мои грехи очищены. А также открыл мне, как человек может получить спасение. Поэтому, когда мой отец умирал, тоже получил прощение грехов и умер. Когда мой старший брат умирал, тоже получил прощение грехов. И моя старшая сестра, когда умирала, получила прощение грехов. И дядя, который жил в Японии из-за японского учения, очень противился мне. И если я, например, привозил к нему книги на японском языке, чтобы это двоюродным братьям, то дядя, он прятал эти книги под кроватью, чтобы мои двоюродные братья не читали. Но из-за болезни рак дядя стал перед смертью. И у него появилась опухоль, который начал давить на сустав, который проходит в воздух, и он находился в опасности. Врачи сказали, что нужно провести операцию. Но дядя боялся делать операцию. Он отказался. Даже если мне придется умереть, я не буду делать операцию. Ему сказали, чуть-чуть, и вы можете умереть в любой момент. Когда он говорил, я лучше умру тогда. Хорошо, выписывайтесь тогда. Хорошо, я выписываюсь. Вы по пути домой можете умереть. Ну, значит, я умру. Я не хочу делать операцию, говорил дядя. Итак, дядя отказался делать операцию до смерти. Спустя год он умер. И знаете, он не любил, когда я передавал Евангелие. Однако перед смертью, он задался вопросом, неужели эта вера, в которую я веровал до сих пор, может меня спасти после смерти? Каждое утром он молился нам Мнюхуранке Гю. Но с... чем больше проходило время, он говорил все тише и тише эти слова. Нам ке гу". Потом он перестал молиться этому Богу. Он задался вопросом, неужели эта японская вера приведет меня в хорошее место после смерти? Я был за это благодарен Богу. Однажды моя тетя увидела, как дядя пополз под кровать однажды. Она подумала, что это он делает сейчас. Вдруг он вытащил оттуда книги и начал читать книгу о секрете прощения грехов. И целую неделю читал эти книги. И когда прошла неделя, он сказал, наконец-то я понял, это есть истина. Наш племянник, большой человек, оказывается, он говорит правду. Таким образом, он смог получить спасение. И затем он плакал и сказал своей жене, читай эту книгу, и ты должна читать книгу. И так дядя умер. Когда я видел, как мои близкие люди получают прощение грехов и умирают, знаете, я ничего особенного не делал. Я не поступал к ним особо вежливо. Я не пытался узнать, что у них на сердце. Я сделал очень много неправильного. Но то прощение грехов, которое я получил, это ясный секрет прощения грехов. Праведность, которую я получил, святость, которую я получил, они настолько драгоценные, что кроме этого мне нечем заниматься. Теперь я уже не в молодом возрасте. И сейчас многие молодые служители занимаются той, той работой, которым я занимался раньше. За это я очень благодарен. Когда я со старостью умру, если на этом все закончится, будет очень обидно. Но когда я вижу, как сегодня по всему миру работают наши миссионеры, вчера я разговаривал с миссионером Рюй Гю, И когда я общался с ним по телефону, он очень благодарил за то, что в последнее время идет я в огромное деяние Евангелия. Порой я связываюсь по телефону с миссионерами, которые служат за границей. У дочери миссионера Хон, который служит в Лесоту, обнаружили рак Однако в связи с пандемией сейчас нет совсем самолетов, и поэтому она не может приехать в Корею. И сейчас она настолько себя плохо чувствует, что даже не может передвигаться на машине. Я молился за нее. И из-за боли она практически не могла спать. Но после того, как я помолился, со следующего дня она смогла хорошо спать. Если до молитва она не могла совсем есть, то сейчас она начала хорошо питаться. Я увидел, что она отправила письмо мне, свидетельство. В нас есть Бог. И когда я вижу, как Господь Бог открывает путь перед нами, я благодарен это Богу. Все, что мы сейчас делаем. Например, с сегодняшнего вечера мы будем проводить молодежный лагерь. До прошлого года мы проводили молодежный лагерь на пляже Хеунде в городе Пусан. Но сейчас в связи с коронавирусом это невозможно. Мы хотели провести мероприятие через программу Zoom. Но за что я благодарен? Это то, что когда мы в Корее проводим мероприятие, то могут участвовать только 3500 человек. А в прошлом году 826 служителей приехали из-за границы. Затем 28 министров приехали к нам. И 54 ректоров. Вот такие люди приезжали к нам. Но в этот раз мы начали проводить это мероприятие через программу Zoom. И столько людей пришло, что мы даже не могли поверить в цифры. И так мы начали проводить это мероприятие. То, что мы не можем представить, Господь Бог дает нам. И в чем же причина? Некоторые люди говорят, что Библия это просто книга. Есть люди, которые говорят, что в Библии написаны всего лишь легенды. Есть очень много высказываний. Но я не сомневаюсь, что это слово Бога. Когда я читал Бытие 27 главу, что здесь особенного? Здесь рассказывается, как мы можем получить благословение. Как вы думаете, в чем секрет? Самое главное в нашей жизни это получить прощение грехов. И здесь рассказывается о благословении. Иса сказал да, Исаву. В Библии написано, что за 430 лет до того, как израильский народ вышел из Египта, Авраам получил благословение. Потом, в 441 году, израильтяне вышли из Египта. Если 430 лет до того момента, Тогда получается, в 800-х годах до нашей эры Авраам получил праведность. Когда ему было 100 лет, он родил Исаака. Здесь мы сегодня читаем слово об Исааке. То есть это то, что происходило в 700-х годах до нашей эры. И это не просто какая-то история, Здесь очень ясно говорится, как мы можем получить прощение грехов. И о чем же здесь очень ясно говорится. Яков хотел получить благословение с братом Исавом. Но благословение получил не Исав, а Яков. Но Исав, он пошел по слову отца на охоту, чтобы поймать жертву. И он хотел поймать жертву и отнести отцу. Яков же, поскольку он знал, что он не сможет получить благословение отца, и поэтому даже ничего не пробовал делать. Но когда мать услышала слова отца, сказала Якову, чтобы он сделал так, как сделает мама. Как он может получить благословение? Вот, принеси агнца, я приготовлю кушание, которое любит твой отец. И тогда Яков сказал, мама, о чем ты говоришь? У тебя у отца плохое зрение. Но если он потрогает, он легко сможет узнать, кто я. Но старший брат, он лохмата, а я же гладкий. Он сразу поймет, что это я. Я получу проклятие. Однако Ривейка сказала. Сынок. На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Что здесь написано? На мне пусть будет проклятие твое. Кто так сказал? Иисус сказал эти слова нам. А затем что написано? только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Яков думает, он думал, что у меня нет условий, чтобы получить благословение. Он не умеет охотиться, как старший брат. Он не настолько сильный. Но Яков принимает слова матери, слова, которые говорят, «На мне пусть будет проклятие твое». Только Иисус может получить проклятие, которое должны были получить мы. Тот, который... Тот, который может получить проклятие за нас, это один Иисус Христос. И когда мы говорим о секрете прощения грехов, Библия показывает, что когда ты стараешься, ты прилагаешь усилия и хочешь получить благословение, это провальный путь Исав, он был опытным охотником Поэтому он хорошо охотился Он хорошо охотился, хотел приготовить и отнес отцу Но что говорится здесь? Это то событие, которое произошло раньше но почему же эта история написана в Библии? Чтобы через эту историю передать нам сердце Господа Бога. История о блудном Сыне тоже подобна этой истории. Те вещи, которые отражают сердце Иисуса Христа, Господа Бога нашего, написаны в Библии. Люди, которые стараетесь своими усилиями и добрыми делами угодить Господу Богу, послушайте. Господь Бог таким образом никогда нам не дает благословения. Только те, которые не достойны благословения Божьего, те, которые ничего не могут делать, те, которые не могут охотиться, хотя ничего не имеют, хотя они не могут получить благословение. Но Господь вместо них умирает. И не нашими усилиями, не нашими достоинствами мы получаем благословение. И эта история подобна тому, как мы получаем прощение грехов. После того, как я получил прощение грехов, я ничего не сделал, за что бы был бы достоин благословения Божьих. Но как мать Якова все сделала, Также наш Иисус Христос сделал все, чтобы мы не имели недостатка стоять перед Богом. Поскольку я не могу стоять перед Богом в качестве грешника, Иисус Христос умер за меня на кресте, и Он очистил все мои грехи. И совершенным образом сделал, чтобы у меня не было никаких недостатков, чтобы стоять перед Богом. Я не добавлял моих усилий к делу Иисуса Христа. Потому что когда я иду к Богу, чем больше я буду показывать свое, тем больше будет видно моих недостатков. То, что я сделал хорошо, то, что я был верным, то, что я молился, то, что я сделал доброе. Это я не мог добавить к тому, что Иисус Христос сделал. Яков должен был спрятать свой вид, когда шел к отцу. Яков боялся, что обнаружится его, когда он станет перед отцом. Поэтому он прятал себя. И именем старшего брата идет к отцу. Это человек, который не может получить благословение. Поэтому через то, что Иисус сделал, именем Иисуса Христа. Вот только этот способ. Когда мы читаем Бытие 27 главу, это слово дает большую радость нам. Я больше не сав. Я не сделал доброго. Я не умею охотиться, как хотелось бы отец. Я проблемный сын, который должен получить только проклятие. И чтобы получить благословение, я должен спрятать свой вид. Нельзя идти даже своим именем. И поэтому я пошел именем Иисуса Христа. И поэтому Бог принял меня. Господь Бог предстает как будто слепой. Хотя у него есть уши, но как будто не видит нас. Поэтому говорим, что я Исаф. Тогда мы получаем благословение. Когда мы читаем Библию, очень ясно нам описано это Евангелие. Я смотрел через слово, я являюсь Исавом или же являюсь Яковом. Простите, но я не был таким талантливым, как Исав. Я ничего не умел делать хорошо. Но мне очень жалко Исава. На самом деле, ведь охотиться не так просто. Допустим, он поймал какую-то дичь. Стр стрелял с лука. То поскольку олень убегает, стрела попадает в заднюю часть. Я не думаю, что он стрелял в бегущего оленя. Олень имея стрелу, истекая кровью, убегает. Но я не думаю, что одной стрелы он мог бы поймать жертву. И поэтому он начинает бежать за жертвой, бежит через горы. А жертва же всей силой убегает. Исаф начинает бежать за этой жертвой может 2 километра, может 5 километров пробежит и падает мертвым. Об этом, конечно, в Библии не написано, но я размышляю. Примерно сколько весит олень? Но ну, я думаю, что тяжелее, чем пастор Уксупак. Правильно? Может, чуть-чуть даже тяжелее, чем пастор Пакпангон. Допустим, весит 150 килограмм. Вот, положит себе на плечи, проходит через холмы, возвращается домой. Да, идет примерно большую дистанцию. Это, скажу честно, очень сложный труд. Это большой труд. Но он думает, поскольку я послушался слов отца моего, поэтому я смог получить благословение. пришел домой и с улыбкой думает, вот скоро я получу благословение. Наверное, он думал об этом, правильно? Чтобы, так скажем, разделивать... Нужно время, потому что нужно снять шкуру, снять внутренности. Я, конечно, не знаю, тогда ели перец или нет, но нужно добавить соус какой-то. И приготовили блюдо и принесли отцу. Но отец удивляется. И спрашивает, кто ты? Отец, я твой старший сын Исав. Что-что? Ты Исав? Но ведь только что Исав пришел, и я дал ему благословение. А, Яков обманул. Исав говорит, Отец, неужели у тебя есть только одно благословение? Дай мне благословение. Но отец говорит, я поставил его твоим господином. Я ему все дал. Теперь ты должен служить твоему брату. Теперь ты должен быть всяком, чтобы получить благословение. Хотя Исав плакал. Но другого слова вернуть благословение не было. Я не думаю, что это просто история. Мы часто думаем, что если мы будем верными, мы сможем получить благословение. Мы думаем, что если мы будем усердно молиться, мы получим благословение. Но Библия говорит, что это не так. Не потому, что я усердно трудился. Не потому, что я был верным. Не из-за этого мы получаем благословение. Ты верный, поэтому получишь благословение. Нет. Ведь Исаак был таким верным, но ведь получил проклятие то, что ты делаешь, оно не дает тебе благословения. Вот что говорит нам Библия. Однако сегодня многие служители говорят, что если они будут верными, получат благословение. Что если прилагать усилия, получат благословение. Мы получаем благословение. От нас не зависит ни капли. Но мы получаем благословение только через Иисуса Христа. Если бы Яков стал бы перед отцом именем Якова, он бы получил бы проклятие. Он должен был одеть одежду Исава. Он должен был стать лохматым, как брат. И именем Исава он должен был предстать перед отцом. Исаак думает, вроде бы это Яков, но пришел именем Исава, лохматый, как брат Исав, и принес блюдо. И хотя кажется, что это Исаак, но вот когда потрогал, увидел, что это Исав. Поэтому дал благословение. Так и мы получаем благословение. Конечно, Бог не говорит, что вот странный вроде бы. Но когда мы приходим именем Иисуса Христа, мы получаем благословение. Не именем Уксупака. И это благословение. Я получал 58 лет. Когда я утром встаю, я очень счастлив, я очень благодарен. Когда я сажусь за стол, очень хорошая еда ждет меня. Я благодарен за это Богу. Я стал пастором. И порой бывало, что меня приглашали на обед или на ужин. Я приезжаю к братьям-сестрам. И очень хороший стол они накрывают. И я часто удивлялся. Достоин ли я есть подобную пищу? Как бы я ни смотрел, я не достоин иметь такую пищу. Но Господь Бог по своей милости допускает все это. Насколько хорошо я отношусь к братьям-сестрам? Говоря, что я занят. Знаете, в этот раз отец нашей старшей сестры умер. Я должен был передавать слово на похоронах. И честно, мне хотелось поехать. Я думаю, на похоронах других братьев и сестер тоже хочу побывать, но именно на похоронах я должен быть. Но пресвикторы стали у входа и запретили мне ехать. Особенно пресвиктор Хуан очень строго со мной обращается говорит, вам нельзя туда ехать. Мне нужно всегда получать разрешение от них. Однажды у брата моей супруги были какие-то дела, я с супругой поехал к ним. Но потом моя температура поднялась до 37 градусов. И я немножко был уставшим. Я сам был удивлен. Но потом температура как урегулировалась. И в воскресенье передавал уже слово. Да, и после этого, конечно, моя температура уже нормальная. Перед тем, как приехать в церковь, я каждый день измеряю температуру у себя. У меня обычно 36,2, 36,3. Мои пресвитеры боятся, что я могу заболеть, поэтому куда бы я ни ехал, я должен получить от них разрешение. Я благодарен, конечно, что заботится обо мне. Но когда я размышляю перед Богом, благодать Божия, вот за что я благодарен Ему. На самом деле есть очень много выдающихся людей. Через нас один миллиард человек могли слушать Евангелие и многие из них получили спасение. В этот раз у нас будет трансляция через телекомпанию CTN. Во многих телерадиокомпаниях разных стран приезжает запрос, чтобы мы транслировали проповеди. Конечно, мы не могли все сочпитать. Но, кажется, в ближайшем будущем в 20 телерадиокомпаниях будем транслировать проповеди. И я записывал слово. Но не просто, знаете, ты записываешь час и все. Я не смог написать, так скажем, сценарий каждой лекции. И поэтому мы хотим транслировать эти записи, которые я записал для телекомпании сит потому что они первые, кто запросили. Но когда ты думаешь, что надо хорошо записать слово, ну все плохо получилось. Вы не представляете, сколько раз я переписывал. И стирал, стирал, и все поправлял. И сегодня тоже, когда была запись, я буду слушать с первой лекции. И не нужно, я хочу убирать. Ладно, знаете, когда ты в церкви проповедуешь, ты можешь сказать, и все. Но о чем я думаю? На самом деле у меня очень плохой характер. Очень хитрый даже в каком-то плане. Очень плохой человек. Когда я учился в начальных классах, у меня был одноклассник по имени Ким Гю Чаль. Он учился в третьем классе со мной. Затем он переехал в город Ким Чжон. Он был очень добрым. Очень добрый парень. Я скучал по моему другу Кючай. Но как он уехал, я больше не мог никак связаться с ним. И когда я его искал в Кимчоне, тоже не мог найти. Я не знаю, где он сейчас находится. Очень добрый. Этот друг, который заботился обо мне. с этим другом мы общались в третьем классе, и до сих пор не могу его забыть. Знаете, Иисус проявил для меня огромную благодать свою. Я, который должен был получить проклятие и погибнуть, Иисус спас меня. То, что я получил спасение, не потому, что я был верен Богу, не потому, что я хорошо следовал за Ним. Я был Яков, тем, кто не может получить благословение. Но как Яков взял имя старшего брата, чтобы получить благословение? Также я именем Иисуса Христа смог получить благословение. И именем Иисуса Христом, а не, не своим именем. По благодати Иисуса я получил спасение. Яков ничего хорошего не умел, но только одно он сделал. Он говорил, мой старший брат лохматый, а я же гладкий. Может, ощупает меня отец, и я получу проклятие, а не благословение. Тогда Ревика сказала, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди и принеси мне». Вот во что Яков поверил. И полностью поручил свою жизнь Ревеке. Ревека это была мать Якова. Она была матерью, которая сделала все, чтобы ее сын получил благословение. И Ревека символизирует Иисуса Христа. Иисус Христос взял на Себя все наши проклятия и дал милость нам. Как написано в 27 главе, в 13 стихе книги Бытия, именем Иисуса Христа. Хотя я ничего не сделал. У меня есть только грех. Но именем Иисуса Христа я сделал. И с Иисусом Христом я прожил 58 лет. Теперь я уже в возрасте. И знаете, я счастлив, хотя я в возрасте. Я счастлив за то, что могу продолжать передавать слово за кафедрой. Когда я размышляю о тех мероприятиях, которые мы проводим, например, всемирные лагерь молодежные и другие мероприятия, мне кажется, что я нахожусь Царством Небесным. И мне кажется, что совершаются те вещи, которые на Земле не должны совершаться. За что я благодарен Богу. Я благодарен за наших братьев. Благодарен за наших сестер. Благодарен за братьев мессийской школы. Благодарен сестрам, которые работают у нас в столовой. Благодарен нашим служителям. С раннего утра вы не представляете, сколько работы они делают у нас. Размышляют, молятся, изучают. Со следующего года я хочу дать им больше возможностей трудиться. Знаете, в маленькой комнате служители собираются и общаются. Я благодарен, что у меня есть такие братья, такие сестры есть что у меня есть сын, что есть дочь, и есть вы, есть Иисус Христос. За это я очень благодарен Богу. Когда мы читаем Бытие 27 главу, Яков, есть и я, есть вы, согласны. Так Иисус спас нас. И он нам дал неописуемое благословение и благодать.